У каждого из нас есть любимые блюда, и от них невозможно отказаться. Они дарят нам незабываемый вкус победы. Они оставляют приятное послевкусие от увиденного и от сделанного. И они с нами навсегда. Но иногда все-таки хочется чего-нибудь нового. На десерт регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимает «Кунь-Лунь» впервые в Москве. Что-то не хватает. Картошки. Надо на Минск уходить.